Всем привет, ребятки, меня зовут Люцис, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас стоит база Player 6129. Довольно-таки неплохая база, вроде как маленькая, обычная база, но с огнестрелом. Памбится одна сишка и штуки 4-5 обычных топоров. Да, тут уже сломано, заходи не хочу. И вот здесь взрываем, тут будет две такие комнаты, 2 на 3 и 1 на 3. По-моему, в этой части ящиков нет, но я все же их открою. Вот эту часть открою, покажу вам. Беру свои слова назад. Ящики в той комнате тоже есть. Ну, я их уже открыл. Так, давайте вот это еще. Раз, два. Раз и два. Так, 94 шума. Тут пусто, тут пусто. Окей. Вот это, по-моему, самый топовый ящик. Нет, не он. Разрушители... Лопата. Какой тут самый топовый? Вот этот. ВСС, дробовик. Так, что-то у нас с пистолетом. Ну, такие себе пистолеты. Ну, потом посмотрю, если что, бензин. Кожа. Вернее, шкура. Интересно. Здесь хавчик. Тоже не особо интересно. Здесь кое-какие ресурсы. Их бы я забрал. Так. Так, так. Здесь ничего интересного. Здесь течки, бинты. Как бы не надо, но как бы заберу. Так, что там? Это сюда, это сюда. И, наверное, заберу остальные два пистолета, которые тут есть. Пускай будут. Хоть они уже того, но все же. Раз, два. Верстак пустой. Ну все, теперь можно отсюда сваливать. В принципе, база очень даже неплохая. Легко ее рейдить. Одна сишка. Нету никаких буферок особо. И забираем вот такой вот лут. Очень даже неплохо. Ну а на этом все. Пока-пока. До скорых встреч.